Так, внимание, товарищи, сейчас наши помощники возьмут по одному замку и заклюют нашего иллюзиониста в наручники. Так, хорошо, одна есть, вторая также. Вот за эти два цепляйте, покрепче не выйдешь. Так, и вторая делать замочек. Так, есть, наручники готовы. Так, дальше. Берем в руки цепочку. Проделывают кольцо и наматывают на руки. Помощникам приготовиться. Прикрепите за нижнее кольцо и одно звено. Так. Паша, не бойтесь, ага, хорошо, боится. Справили задание. И это еще не все. Не уверенно говорить. Еще у нас есть, товарищи, веревка. Проверь, проверь. Роман, ну-ка потяните, как ребье канат тянете, давайте. Вот. Завязываем сверху крепким альпинистским узлом. Так, завязывайте. И потяните. Да, завязывайте. Так, все. Еще один узел для контроля. Так. Мы возьмем вот эту черную муфту и закроем руки нашего мага. Так, держите цепь. Маэстро, ложитесь на это импровизированное ложе. Так, ложитесь. Так, внимание! Сейчас за спиной продеваем цепь через его руки. Так, смотрите, мы скрепили руки мага еще вот этой железной цепью. Так, у нашего мастера осталось ровно 1,5 минуты. Чтобы освободиться от оков. Вы слышали этот сигнал? Сейчас Антон пытается это сделать. Осталось самое сложное. Это наручники. Все. Внимание! Тяните цепь! Отойдите! Приготовились! Сейчас будет сигнал! Да. Сейчас будет сигнал! Внимание! Тяните цепь! Тяните! Давайте! Что получится? Все! Ура, товарищи! Наш маг освободился от оков! И вот он спускается! Ура, товарищи! Ура! Ваши аплодисменты! Ваши аплодисменты нашему магу и чародею Антону Козлову!